Тут-тут-тут-тут-тут-тут-тут-тут-тут. Если вы узнали, откуда этот мотив, значит, вы топовый тусер, как и мы сегодня здесь. Йоу-йоу-йоу, друзья! Добро пожаловать, это GTA 5, наконец-то долгожданная обнова. С вами Филиппин, Такс, Альфа и... Что тут сказать? Альфа Future People на колесах просто. Воу! Альфа, ты нас догонишь? Догоняй, Альфа, догоняй на своем лимузине пуберском. Подожди, мой хаммер самый длинный в этой стране. Но знаешь, что здесь самое длинное в этой ломби? Я бы сказал вам, пацаны. Я бы сказал, что самое длинное в этом ломби. Чей-то поди это, да, но я тебя понял, шланг. Ну, да. Альфа. Так, мужик, это не дерби. Альфа, это не дерби, мы играем в клубную жизнь. Смотри, какая пробка, смотри, сзади какая пробка, мужик, погнали. Давай, погнали. Короче, в клуб, потусим. О, светофор, понимаете? Меня светофор при... Лол. Держись. Меня светофор прибил. Я Имагине 56, ну-ка залезь сюда обратно. Давай, имэджин. Смотри, я предлагаю просто сейчас поехать, пользуясь случаем, и прокачать весь город. Прокачаем клубом. Отлично. Погнали в гетто туда. Вы что по мне стреляет? Не стреляйте по мне. Не стреляйте по Альфе, если вы убьете. Так, мне кажется, наши колонки постепенно отваливаются и... Слушай, я... Мне... Максим! Больно! Больно, Макс, что ты творишь? Максим, а ты в левый угол. Я за светофорами еду, нормально. Светофор нормальная тема, мы же диско, диско-малярия. Ничего не замечаешь нового там? Свеженького. Я хочу светофор этот забрать себе домой. В левой стороне посмотри, там на колонках ничего не висит. Что там, может, висеть? О! Так, подожди, у нас походу колонки сейчас цыганы. А если попробовать проехать под самым низким мостом на этой тачке? Не знаю, мне кажется, вы там просто скинете. У нас уже, смотри, пропала сцена. Ты серьезно, Максим, ты не видишь? Ты не видишь этого? Мы не видим. Там, наверное, член какой-нибудь. А, ты дурак, ты динамит. Динамит. Альфа, мы не хотим взрывную вечеринку, мы не хотим взрывную вечеринку, не надо. Брат, ну вы же просили, вы же должны разнести весь город. Нет, успокойся, мужик, чисто последний диджей на Руси. Туси на Руси, туси на Руси! Я вышел! Я держусь! Чисто под колеса подкинуло меня. Туси на Руси, давай. Максим, ну ты, конечно, водитель тот еще. Ты мистер кокаин, да? Я мистер Абдалбин, давай, поехали. Абдалбинка, вы кидайте все. Как, смотри, прямо на ходу залез чувак. Короче, абдалбиновая кислота. Я не понимаю, на самом деле, чего от этой тачки можно вообще ожидать. Но музыка, сути, музыка включится сделан. Хотя бы. Челлендж сделан, я сломал все колонки. О, есть идея, есть идея. Ну ты сверху сломал, а в левом правом боку ты не сломал. Хотя в правом боку нет. У нас дурак, у нас горит, горит машина, остановись! Машина горит! Остановись! Я упал, остановись! Так, подожди, Леха, давай я тебя заберу, брат. Я поджег тупо автобус. Садись, брат. Ну как, так, как тебе, давай. Куда можно сесть? А, я на G сажусь. Твою мать, в сам перегон. Парни, залетайте ко мне. Класс, у тебя сесть можно? Я побежал к Максиму. А что, нельзя, что ли, серьезно? Конечно, нельзя. А можно походку, пожалуйста, по клубове? Не-не-не, Альфа, я не хочу к тебе в лимузин. У тебя есть выпивка, конечно. Я хочу к тебе. Не дави меня. Заходите ко мне все сюда. У меня сейчас будет тут играть диджей Анатолий, давай. Диджей Анатолий? Вас, подожди, отъеду, потому что сейчас взрывной бум-бум будет. Я залажу. Отлично. Кто тащит машину? Это не я. Чё за херня? Бля! Что? Максим, взрывную вечеринку устроил. Макс, ну с тебя причитаются. Ты должен пригласить нас в клуб. Говорят, ты купил. Нет, я не покупал. Короче, кстати, давайте сразу давайте посмотрим, купим что тогда можно клубы, купить. Да? Так, понятно. Так, все в расчете, брат. Так, где я куплю? Дайности, войти на сайт. Я тебе припомню. Деньги, услуги, Forest Klaus. Forest Klaus надо искать, да? Да, Forest Klaus. За 1 700 000 рублей я покупаю 700 000 рублей долларов. Короче, по факту, по тачкам вообще тут самое бедное. Так, короче, где я куплю? Есть свингер. Офигеть, тут... Я купил, кстати, да, себе свингера. Типа просто супра какая-то старая, которая еще 3 месяца назад у меня была на скилл-тесте. Но это как бы такое себе дело. Так, короче, я куплю вот здесь себе. Лёха, только не говори, что тоже вот в том же самом месте ночной клуб на западном Вайнвуде. Я в центре Вайнвуда беру. В центре, да? Да. Ой, нифига, здесь столько, короче. Да, я вижу, кастомизируется. Типа стильный можно. Ну я, конечно же, фиолетовый возьму себе. Освещение. О, блин, Леха, ладно. О, тут деньги. У меня мало денег, тут пацаны, я не задонатил деньги. Пати. Здесь можно было интегрировать прокачку, но я себе хочу поставить вот такой клуб. Название. Омега. Я назову Омегу клуб и приглашу туда Альфу. Склад. Нет, склад мне не надо. Танцоры. Сколько танцоры стоят? Так, я сделаю Galaxy, короче, какое-то название. А, ну сука, я покупал! Ну зачем так делать? Говнорез тупой, ну Альфа, что такое? Так это не я! На, забирай свои слова обратно. Я тупо собирал себе клуб, у меня взяли и отобрали мечту.
Подождите, парни, а вы чего выбрали, кстати, танцоры, два парня давайте, или две девушки? Давайте это мы оставим. Я мужиков выбрал. Нет, если да, сука, делаем задал... клуб для пидоров, то давайте мы сразу не надо, договоримся. Альфа, уйди. Все, брат, уйди. Хорошо, понял. У меня в руках ствол, все. Я опасный гангстер. Все. Парни, понял. Подождите, я сделаю клуб для геев. Ладно, я возьму с тёлками, окей. Я тоже покупал с парнями, но меня вовремя кто-то остановил, видимо. Я для тех и для других гамадрил сделал, поэтому нормально все. Пять мультов, понимаете, клуб стоит, офигеть жестко. Лёха. Я купил себе клуб, ставлю на него маршрут. Чё, поехали? Короче, да, парни, я тоже предлагаю. Ну и в сторону Вайнвуда. Так, можно закрыть, пожалуйста, браузер? Все, я купил клуб, офигеть. 5 мультов стоил он, жестко. Тебе 5 мультов, я за 2 себе это... Я не стал себе склады делать и так далее и тому подобное. Но они по факту нужны только лишь там для того, чтобы тачки хранить. Так, меня что-то мусора прессуют, извините, пожалуйста, это. Уйдите. Подожди, а кто машину сейчас взял? Максим, это ты... Да, так, убейте меня, убейте, менты. Товарищи мусора. Машину. Товарищи милиция мусора, сты. Спасибо. Присаживайтесь, my friend. А меня заберете, пацаны, давай. В свой клуб? Приглашение-то вышлите? Двухместный, извини, пока. Да, Леха, сори, у меня реально машина. Двухместный, так. Короче, мне кажется, нам в одну сторону, сейчас я карту себе открою. Двухтрансный, давайте, погнали. У меня появился маршрут. Короче, мне кажется, у нас рядом. Здорово, Леха. Давай, долби в очко сразу. Это ты? Так че забить? Я понял тебя. А у вас тоже не самая крутая тачка? Короче, в мой гейский клуб. Давай, я хочу в гей-клуб. Максим, так, подожди. Максим Лебедь, не взрывай тут ничего. Надо взрывать, я умру. Ты дурак! Шмак ты, сука, обосранный. Я специально рандомно кидал. О, у нас тёлочек, смотрите, сколько. Они не хотят на мою кредитную тачку садиться, смотри. Разбегаются все сразу, типа, фу. Подожди, брат, подожди, стой. Лёха, стой. Лёха. Дави его. Дави на Руси. После этого. Зачем? Я ж не специально убил Максима. Максим, поехали. Поехали, пока он не взорвал нас. Горит! Машина горит! Нет, я чувствую жопу сейчас. Нет! Все, я его убил, давай, поехали, пока он... Поехали, он сам доберется. Братья называются, блин. Ну ты шалунишка. Шалунишка Альфа. Ну ладно, добегу. Я срежу здесь, по прямой поеду. Вверх поеду. Ты, Максим, как поехал? Каким путем? Мне тоже надо наверх просто доехать. Тут уже вот осталось буквально 100 метров. У меня 400. А ты где? Пацаны. Давай, Леха, давай. Во! А че в мой клуб реальные тёлки? А я тебя не вижу, подожди, на карте есть ты? А, ты слева немного, все, я понял. Так там танцуют мужики только на пати. Ты сделал гей-клуб! У тебя че реально парни около клуба? Вон ходят педики. Фу! Максим, сделал гей-клуб за 5 миллионов. Даже вывеска, короче, рекламная наверху. Как потратить 2500 в GTA? Чисто созвать геев. Оча! Что? А как войти-то к тебе? Здорово. А, вот здесь можно войти. Так, я сейчас зайду в свой клуб. Стул падает просто. Парни, обратите внимание, реально. А, полчаса сейчас будет сцена. Тут нету клуба Максима, слушай. Здесь пацан. Я зашел, у меня тут вообще разруха, сука, я купил клуб. А он разваленный, чё за... Smell the party. Так, Джереми, успокойся, что ты делаешь? Трусов было сейчас. Еще один меня давит. Я поехал в свой клуб, что-то у Максима нет-то. Плохая репутация у клуба. Я к Максиму, походу, зашёл. Да, это мой тоже клуб, да. У меня вообще чувак что-то затирает. Помните, короче, сюжетную миссию в GTA 5, когда, короче, Майкл пошел и набил... тату в виде члена, короче, пацану, который приставал к его дочери. Хорошая тату. Я скажу одно, хреновая тату. Даже ху-ху. Ху из ху. Так. Вот, и он мне сейчас... Ну, блин, у меня как-то нереспектабельно выглядит, если это мой клуб, то это не выглядит как... Ты тоже зашел, там полная такая дичь, да? Да у меня вообще какой-то... Какой-то лягушатник. Ух, как я влетел просто в дверь. Так, что у нас внутри? Реклама стульев, пацаны, 700 евро всего. Лучшая интеграция в мире на ролик. У меня какой-то гей с микрофоном внутри клуба. Похоже, это я пошел ролики снимать. Типа, добро пожаловать на наш новый летсплей по GTA 5. С вами сегодня Такси Филиппин. Ты про Альфа забыл. Тут только два чела. И какие-то коробки. Сейчас еще третий объявится. А, третий? Это я в очках. Какой-то пришибленный, ужаленный у нас тут чувак. Я просто смотрю своими огромными глазищами через свой супер костюм и ничего не понимаю. Это Мейсон. Это лучший костюм, который я мог надеть под обнову с клубами.
Боже, что с этими пацанами? У них текстуры, у них как будто... Им кто-то в рот реально что-то понасували. Мне тут чувак затирает, что он, короче, в 80-х годах вообще тут самый лучший был у нас. Тони, да, Тони, да. Подожди, он, кстати, Тони, баллада о гей Тони, GTA 4, почему их всех зовут Тони? Не думали? Да. Может, это отсылка к тому, что... Это друзья Максима просто. Да, баллада о гей Тони, помнишь же, такой сиквел был или приквел, как это назвать? Да. GTA 4. Но там были про байкеров Rockstar, и про Тони, знаешь, да. Если есть гей, надо назвать его Тони. Понял. Я не знаю, Томми. Почему он пожал мне руку? Помой. Бля, там Слава сейчас не обидится, Томми? Нет. Ну давай, быстрее. Он базарит. Вот этот вообще на Борю Моисеева похож, честно. Вот сейчас он готов этот микрофон запеть. Пацаны, он 30 минут будет базарить, поэтому готовьтесь. Я могу... Добро пожаловать, ребята. Короче, пацаны, слышал я одну легенду о двух братьях пересказ. То ли быль, а то ли сказка. Может, братья среди нас? Младший брат любовью чистой королеву полюбил. И однажды ей в лесу тенистом свое сердце подарил. Ну вы что, не знаете этих слов? Я почему-то думал, что в конце, короче, будет какая-то... Но младший выбрал чудо, одиночество небес. Та-та-та-та-та-та, покорителем небес. Голубая луна. Та-та-та-та-та-та. Не знаю такого. Пацаны, я пошел, что я тут с вами сижу? Ну что это? Несерьезно. Так, мне тоже нужно искать персонал. Подбирать людьми в любом порядке. То есть мне нужно просто рандомных людей, что ли, подбирать? Нет, там они обозначены на карте. Обозначены, так, у меня есть Mercedes S-класса. Неплохо, на красном салоне. Поехал-ка я на нем. Нихрена, да. Давай быстрее ко мне. Отлично, я нашел, короче, в итоге бармена, охранника и еще кого-то из официантов. Как бы, так, я его другу мотоцикл помял. Поехал еще за другим. Они отправляли резюме, например, там, или что-то в этом роде. Это техник. Он займется складом, я понял. Потому что сейчас я в итоге собрал одного пацана, который катался с быдло ребятами, байкерами. Я вот его тоже только что подобрал, сейчас поехал за другими. Так, пацаны, прикол в чем? Вот это охранник, байкер. И вот это барменша. Барменша совращает байкера. Я не понимаю, что происходит у меня сейчас в машине. Это что? Это не тёлка. Это охранник. А он стоял у другого клуба и просто пошел ко мне и сел? Нормально. Да, он рядом с ночным клубом был этим. Стриптиз-клубом. Да. Так, и следующий на пляжу, я так понимаю. Это друзья Максима из клуба. Слышали, Филипп Киркоров дизайнерские обои выпустил? Какие? Дизайнерские? Свои? Не знаю. Ну, типа, их рекламируют, типа, покупайте обои Филиппа Киркорова. Кто-то из вас уже поехал за оборудованием? Вкалывайте, как рабы на галерах. Ну давай, не-не-не, куда ты падаешь, вообще гусь. Давай сюда. Я доставила наконец-то свой автобус. Интересно, что у меня произошло после этого с клубом. Я ехал 6 минут. Таймер засек. У меня все еще проходит внизу отделка. Нам нужно приглашать знаменитостей на открытие. Если нужно, я засуну тебя в зал. Но диджей ты не будешь. Моя святейшая палочка. Опять бабки с чего-то снимают. Ну вот с чего у меня деньги там сейчас снимали? Транзакцию в обработке. Я просто смотрю видос, у меня снимают деньги. Дайте мне клуб, сука, я обновление. Лучшее обновление, я смотрю кат-сцену 5 минут, еду до аэропорта Тревора 5 минут. Честно, я скажу так, что GTA деградирует в этом плане. Скатилась просто GTA. Вот как ни крути, реально, обнова в конце концов, которую многие все ждали, но мы, конечно, сейчас еще те самые. Типа, ну можно было сделать обновление в стиле, там, 128 ударов в минуту, клуб, типа, непопулярный, ты должен потеть, чтобы зазывать народ, промоушерством заниматься, купить машину с названием клуба, ездить, от этого увеличивались бы твои подписчики, там, клуб, что-то там. Подожди, ты мне сейчас рассказываешь вообще концепцию Ubisoft? Ну, хотя бы. В любой игре Ubisoft в последнее время надо что делать? Набирать подписчиков, сука. Так, ну это окей. Это зато интереснее делать, чем съездить. Мне сейчас нужно забрать лично диджея Соломона из аэропорта. Я поехал. Это как ты это, разделся? Это по дедлайну. Это как ты разделся? Нет, слушай, ты разделся, пришел со школы, разделся, сел за комп, и тебе говорят, иди в магаз. Иди в магаз, маленький спиногрыз. Вали. Давай, и тебя просто гонят санными тряпками одеваться, иди в магаз с грязной головой. Что за запущенной каткой, ты сливаешь катку, рейтинг, и ты идешь в магаз.
И тебе нужно еще какую-то специальную колбасу купить, ее нет в нужном магазине, ты идешь в другой магазин. А теперь, парни, знаете что? Давайте я подумаю. Окей, я приехал на аэропорт с Тревором, встретил чувака. Что мне нужно делать, а? Давайте подумаем. Ехать в город. Конечно же, да. Сука. Обожаю GTA, просто люблю. Симулятор таксиста, твою мать. Что значит промахнулся? Что значит? У меня что? У меня пилот? Хотите сказать, что... Пилот откис, мужик. Вот это катсцена, она хотя бы интересная, понимаешь? Тем самым, что здесь какой-то кипиш происходит. Ну да, да. Так, и куда он полетел? В аэропорт Тревора? Я же знаю, куда он полетел. В аэропорт Тревора. Так, самолет уже начинает у меня садиться потихонечку. Слушай, он приземлится в аэропорту Тревора. Это просто... Это гениально. Я только что отсюда приехал. Я украл здесь вашу ж мать сраный автобус тусовочный, чтобы снова сюда приехать. А куда он сядет? Ты как? У меня в клубе чувак вообще отбитый, сука, говорит. Я встретил своего лучшего друга на Ибице, это в Нидерландах. В Нидерландах? Как он сел так резко? Что? Соломон, давай, Соломон, пожалуйста, раскачай. Давай, да, на Дэвида Гетту больше похож, чем на Соломона, конечно, не знаю почему. Дэвид Гетту, да не похож, не похож. Ну немножко есть чем-то. Только толстый. Толстый Дэвид Гетта. Толстый Дэвид Гетта. Нормальная тема. Мужик, готов затусить? Давай, 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 запускай меня в свой гей-клуб. Давай. Заходи сначала ты. Ты приоделся, конечно, вообще, вот как надо. Я оделся просто под самую лучшую тусовку на свете. Клуб Фулупун. Я готов войти в твой гей-клуб Фулупун. Сейчас, давай, братан, ну заходи. Вверху реклама трусов, господи, слишком гейские место ты выбрал прям. То, что надо. Так, вот с тёлочками, может, познакомимся тут? Конечно, у меня тут все есть, как братишка. И девчонки, и пацанчики. Так, куда я пошел? Подожди. А, ты должен за... Я должен заплатить, прикинь, за вход. Иди, да, плати, я сделал сатен специально. Ты козел. Ты тупо сатыгу с меня сдернул, брат, ты вернешь мне хоть? Скинешь, потом до банкомата съездим? Не, со самбо. Ну, с тебя выпивка. С тебя шампанское за 150 тысяч. А где его вообще есть? Взять, сразу пойдем. Давай ты меня обольешь им, пошли наверх. Давай, пойдем. Пойдем наверх. Как тебе, кстати, мой клуб? Нормально, такой же вот я и сделал. Ну, ты немного другой какой-то стиль выбирал, да, по-моему? Ты точно такой же сделал. У меня такой чисто underground. Я чисто такой же сделал, Максим. Вообще, как креатив называется, братан. Давай, поднимайся сюда, подходи к барменше. О, а что у тебя тёлки голые? А, это мне показалось, лол. Бери у нее шампанское за 150 тысяч, ты можешь его трясти. За 150 тысяч шампанское. Как русские футболисты, да, покупай. Блютый даймонд какой-то, ё-моё. Вон она тебе самая достает, я вижу. Самая покупка в игре, ха-ха, 150 косарей. Мы уже с Максимом 300 на двоих потратили на шампанское. Сейчас ты на Enter будешь трясти его, смотри. Давай, прям на меня. И потом будешь прыскать им на меня. Трясти, так, трясти. Давай. Трясешь? Давай, тряси. Давай, братан, сейчас как вообще бомбанем. Еще. Давай. Я даже дергаю, смотри, танцую. Я просто дико прокликиваю. И чё? Сейчас взорвется. Давай, на меня. Ха-ха. Лучшая тусовка в мире. Братан, давай еще сюда побрызгай. Подожди, так мужик, я сейчас все эти 150 тысяч, конечно, простру ведь. Так я вижу, как ты их просираешь, смотри. Ха-ха, брызгай. Все, это кончилось. И в себя еще немножко, да? Жаба-то сглажила, да, тебя? Ё-моё, это тупо, это слишком тупо. А зато 1000 РП дали, смотри, братан. 1000 РП, да, можно прокачку тут заказать. Ебану, даже. Ебану, накрывает. Сейчас, мужик, подожди, сейчас я возьму себе тоже какой-нибудь подешевле. Можно ли мне дешевый растрясти, интересно? Ты просто так 150 выкинул или как? Не знаю, там сколько я выкинул, 30 но... есть, шот виски. Ну дешевый, да, да. Дешевый там можно выбрать. Да я не буду брать шампанское. Пойдем потанцуем, короче, покажем, как это происходит. Уходим из випки. Кстати, мне была... Мне понравилась эта система дэнса, да. Вообще. Была история. Мы с Максимом были на Ибице, да? Клубная, как столица мира. И, короче, был клуб Пача. А, такой же на вид, фиолетовый, гламурный. Мы купили VIP-билеты по 80 евро каждый. Но пришли в плавательных шортах, короче. Ну, вообще в стрёмной одежде. А надо было в нормальный прийти. И нас просто выгнали с саными тряпками. Говорят, вы чё, идиоты, идите отсюда нахрен. Ну, мы не знали же с тобой, что туда надо заходить. Причем нас выгнали очень грамотно. Ни у кого никогда не спрашивают там паспорта. Надо кликать, короче, в ритм. А у нас, короче, решили спросить. Так грамотно отшить. Еее!
Я, короче, включил музыку все-таки немножко. Вот. Ну, у меня тоже тут музыка радио играет, нормально все. Дэнсим, давай, мужик, дэнсим, дэнсим. Показываем, кому как вообще надо делать. Вот так вот, вот так вот. Тектоник. Тектоник давай сделаем, да, братан. Можно тектоник? Колыбель для кошки. Ну-ка. Колыбель под... Колесико крутить надо. На полную уже вкачано, короче, прокликивание. Зря, я полностью. Давай, раскачивай. Ты посмотри. Можно повысить жара. Ритм, короче, можно ритм повысить. Ага, тут понизить мне придется. Подать жару, давай, мужик. Поддаем жару. Слушай, ну прикольная система, типа можно и танцевать, считай. Давай. Движения различные выполнять. Смотри, здесь чувак клево. С пивасом, надеюсь, он меня обольет тут. Рядом с тобой же стоит. Да, между нами какая-то вообще нигерша дэнсит, смотри. Она к тебе подкатывает. Макс, походу новая семья. Это 74, 75, давай. Давай. Выполнять движение, левый контрол. Так, ну-ка. Мужик, ой, тектоник пытался. Посмотри. Ну-ка, поменяй стиль, пожалуйста. О! Dance 4, знаешь, в сампе. Dance 4, это forever, это просто классика. Ну, короче, тем не менее, друзья, вот такая обнова получилась. Dance'ем на Руси, мой, вот, нормально. Конечно же, вердикт, то, что GTA скатилась, честное слово. Ну, немножечко вот не додуло. То есть, вот я то, что рассказывал по поводу рекламы, Альфа сейчас выполняет это задание, он рекламирует там на воздушном шаре что-то такое, мы как поняли. То есть, рекламировать все-таки ты будешь клуб, но первичные задания, они были настолько неинтересными, настолько они были какими-то слишком казуальными для игры, для этой уж тем более, да? Что да, били сразу. Небольшое разочарование от этой обновы у нас, конечно же, есть, но тем не менее, оно классное в том плане, что завезли систему танцев, как в сампе хотя бы, знаешь? Ну, хоть что-то, да. Собирались и бомжи вот в кучке и включали 4. Dance 4 около админа. Мужики, вот у нас админ, да. Диджей Соломон. Пошли-ка к этому. Мы же все-таки владеем клубом, да? Мы же имеем мы право. Мы можем делать, что хотим. Так, диджейский пульт можно занять. А че я в угол-то встал? Слушай, что как? Меня в угол поставили. А, вот, все. Вот это да, диджей, тусим вообще нормально. Так, короче, поднимаемся. Всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь. Это было обновление в GTA 5, ночные клубы. Напишите, кстати, свое мнение по поводу вот этого. Да, что вы думаете, вот, понравилось или нет вам все-таки? Да. Всем adios, amigos, guys. Пока-пока. До свидания.